Hyundai HY-SP1612 – надежный и эффективный аккумуляторный опрыскиватель. Устройство поставляется с компактным диафрагменным насосом высокого давления и комплектуется зарядным устройством, насадками, запасными предохранителями, а также руководством пользователя. Опрыскиватель выполнен в стильном европейском дизайне, изготовлен из пластика голубого и серого оттенков. Емкость резервуара для жидкости составляет 16 литров. Сверху предусмотрена крышка заливной горловины с удобной рукоятью. С тыльной стороны вынесена металлическая скоба для крепления лямок, а под ней предусмотрена удобная вставка под поясницу. На правом торце в нижней части разместились вольтметр для предупреждения о пониженном напряжении, розетка для зарядного устройства и предохранитель. Выше вынесен держатель штанги. С левой стороны находится выключатель питания, регулятор напора струи и крышка аккумуляторного отсека. Максимальное рабочее давление составляет 4 бара, а емкость свинцово-кислотной батареи 8 ампер-часов. Расход жидкости при пиковом наборе достигает 2,5 литров в минуту. Распылительный пистолет крепится к шлангу и оснащается удлиняющей штангой, на которую надеваются распылительные насадки. Для предотвращения засорения сопла посторонними предметами аппарат оборудован встроенными защитными фильтрами. Как итог, опрыскиватель Hyundai оптимально подходит для борьбы с вредителями, а также для обработки при санитарно-эпидемиологическом контроле частных домов. Что касается особенностей, устройство комплектуется интеллектуальным зарядным устройством с трехуровневой зарядкой и защитой от замыкания и перегрузок.